Прежде чем говорить о гладких многообразиях, нужно пояснить, в каком смысле мы будем понимать близость точек на этих многообразиях. Вот давайте вспомним с вами второй семестр, метрические пространства. Если вы пройдетесь по теории, то должны понять, что все основные понятия, начиная там от предельной точки, заканчивая непрерывностью, мы определяли на языке окрестностей точек, так? На языке открытых множеств. Поэтому, если бы нам изначально был выделен этот набор открытых множеств, мы бы всю эту теорию все так же построили. Это приводит к следующему понятию, понятие топологического пространства. Итак, давайте первый пункт нового параграфа – топологические пространства. Определение. Пусть у меня x не пустое множество, система его подмножеств tau называется топологией на x. Определяем это понятие, если этот набор удовлетворяет следующим аксиомам. Значит, все x и пустое множество лежат в tau. Если я возьму пару элементов из tau и пересеку их, то снова получу элемент из tau. Если я рассмотрю какой-нибудь набор элементов, конечный или бесконечный, и объединю всего альфа по альфа из h', то я тоже должен получить элемент из tau. Хорошо. Продолжаем. Множество x с фиксированной на нем топологией называется топологическим пространством. Ну и как я уже анонсировал, элементы из tau называются открытыми множествами. То есть мы сразу выделяем на x открытые множества. Это те, которые принадлежат топологии. Итак, множество альфа из tau называется открытым в x. Давайте примеры рассмотрим. Выделим самую минимальную топологию на x. Согласитесь, свойства 1, 2, 3 автоматом выполняются. Так, давайте максимальную топологию выделим. Множество всех подмножеств. Очевидно, свойство 1, 2, 3 опять выполнено. Знаете, менее экзотические примеры, но более важные. Итак, что здесь хотелось бы рассмотреть? Ну, давайте, наверное, поговорим о метрических пространствах. Ребят, если вы вспомните, у нас эти уже свойства встречались, да, когда мы говорили об открытых множествах метрических пространств. Так они как раз и обладали этими свойствами. Получается, что система открытых множеств, порожденных метрикой на метрическом пространстве, является топологией. Так? Давайте это запишем. Всякое метрическое пространство
пространство является топологическим относительно системы открытых множеств, порожденных метрикой. Хорошо, давайте еще один пример рассмотрим. Ну, давайте вот в качестве x возьму Rn, какой-нибудь R1 можно, и tau зададим следующим образом. Значит, тут лежат такие элементы подмножества x, что дополнение к нему конечно. Так, ну давайте еще пустое множество, да, добавим. X вроде добавляется, да, дополнение, да, пустое множество конечно, да, дополнение, сейчас. Сейчас, дополнение должно быть конечным, да, тогда я x все возьму. Так, тогда у нас, вот давайте с вами посмотрим, будет ли выполняться свойство 1, 2, 3. А? Ну, давайте еще пустое добавлю. Вот, хорошо, первое положили, давайте вот посмотрим, 2 и 3 выполняются. Ну что, взял U и V и стал, давайте пересек их, рассмотрел дополнение. По законам де Моргана это у нас есть объединение дополнений. Каждое из этих дополнений конечно, объединение двух конечных множеств конечно, значит, пересечение обладает таким свойством, значит, попадает в тау. Давайте с вами посмотрим, если я взял какой-то набор множеств из тау и объединил их, взял дополнение, то опять по законам де Моргана это у нас пересечение дополнений, ну тоже пересечение конечных множеств конечно, и значит я получаю элемент из тау. Итак, это у нас топология конечных дополнений. Вот такое вот множество. Давайте двигаться дальше. Определение. Окрестностью точки P топологического пространства X называется любое открытое множество, то есть элементы из топологии tau, содержащие ну, согласитесь, коллеги, мы уже этой терминологией пользовались, да? Как раз в этом же смысле. Определение. Давайте с вами введем следующее понятие. Топологическое пространство называется X, называется, еще раз, я уже пишу топологическое пространство X, подразумевая, что у меня фиксирована топология tau есть. Значит, называется Хаусдорфовым. Если любую пару его различных точек можно разделить окрестностями, а именно для любой пары точек найдутся
окрестности такие, что они не пересекаются. Так, коллеги, все ли понятно? Давайте с вами посмотрим. Осознайте, что всякое метрическое пространство является Хаусдорфовым. Это понятно. Если точки различны, у них расстояние положительное, возьму эпсилон половину этого расстояния, рассмотрю шарики радиуса эпсилон. Они будут не пересекаться. Вот. Коллеги, давайте посмотрим на пример 3. Будет ли x с топологией конечных дополнений Хаусдорфовым? Ну, какие бы я окрестности у точек P и Q не взял, да, дополнение конечно, а здесь несчетное множество точек, то обязательно у них будет общая точка. Так? И значит, это X с топологией Tau не является Хаусдорфовым пространством. Продолжаем разговор. Давайте введем теперь понятие непрерывности отображения. Итак, пусть у меня x tau x, y tau y, два топологических пространства и одно отображение f между x и y. Значит, f называется непрерывным. Если, коллеги, давайте мы с вами вспомним критерий непрерывности отображения в метрическом пространстве. Да? Там как раз и формулировалось, да, условие непрерывности на языке открытых множеств, что дословно можно перенести сюда. Так давайте это сделаем. Если для любого v открытого в y у нас его прообраз открыт в x, то есть принадлежит топологии tau x. Так что мы согласовали понятие непрерывности в метрическом пространстве, расширили это понятие. Ну, давайте, может быть, в качестве простой иллюстрации я самый что ни на есть простой случай рассмотрю. Так, в качестве напоминания. Значит, пусть у меня отображение постоянное, да? Вот будет ли оно непрерывным? Ну, давайте с вами посмотрим, как выглядит у нас прообраз любого открытого множества из y. Да. Если у нас y нулевое не принадлежит v, y нулевое принадлежит v, так? Если y нулевое не принадлежит v, давайте с вами вспомним, что это такое, да? Вот я в качестве напоминания здесь делаю. Это те иксы из x, значение которых лежит в v. Так? Отлично. Все у нас значения — это y0, а y0 не принадлежит v. Ну, значит, здесь у нас пусто. Для каких x у нас y0 принадлежит v в этом случае?
для всех иксов, так? Значит, в этом случае, значит, постоянное отображение в любой топологии, да, является непрерывным, так? Пустое x всегда у нас открыто. Коллеги, можно двигаться дальше. Продолжаем разговор. Давайте с вами обсудим вот какую вещь. На практике часто поступают следующим образом. Не задают сразу всю топологию, а задают некую ее подсистему. Такую, объединяя элементы которой, можем получать все открытые множества. Мы приходим к понятию базы топологии. Итак, определение следующее. Давайте я то, что сказал, запишу. Определение. Значит, вот у нас подсистема топологии Тау называется базой топология Тау. А если, ну, какое бы я открытое множество не взял, найдется набор множеств таких, что, ну, есть объединение элементов из бета. Итак, еще раз. Возможно, бесконечно. Вот давайте с вами посмотрим. Давайте с вами посмотрим в метрическом пространстве. Всем ли понятно, что открытые шары являются базой топологии? Ну, действительно, любое открытое множество можно представить в виде объединения шаров, да? Точек, лежащих в них. Ну, вот такой пример. Давайте с вами первое утверждение, простое, но важное, да? Значит, система подмножеств x называется, является базой тогда и только тогда, когда выполнено два условия. Значит, какое бы я x из x большого не взял, найдется элемент b из b, это такой, который содержит x. И второе, если у нас b1 и b2 из бета пересекаются, и x у меня лежит в пересечении, то найдется такой третий элемент из бета, что он попадает в пересечение и содержит x. Коллеги, давайте с вами обсудим, что необходимо здесь, ну, относительно очевидно, да? Почему? Что вот это условие означает? Означает, что я могу все x представить в виде элементов из бета, да, из базы топологии. Правильно, ребят? То есть x у меня отсюда будет открытым, да, множеством. Ясно, ребят, первое условие? Да. Второе условие. Значит, что здесь у нас? Здесь у нас фигурирует, что вот это множество, да, является объединением
элементов из базы, да? Элементы из базы открытые, множество, значит, пересечения у нас, да, открытым. То есть, еще раз, вот это условие, просто вот то, что здесь написано, означает, что B1, пересеченное с B2, это открытый, да? Хорошо, с этим ясно. Давайте, значит, очевидно, да? Так, не буду писать так, в эту сторону. Давайте с вами посмотрим. Ну что, просто возьмем и рассмотрим всевозможные объединения. Элементов из бета. Я утверждаю, что это у нас топология. То есть, еще раз, слева направо, здесь топология дана, а бета ее база, тогда свойства 1, 2 выполнены. А здесь, если свойства 1, 2 выполнены, то найдется топология, такая, для которой набор бета является базой. Вот давайте с вами посмотрим, будет ли это топологией. Ну, давайте с вами посмотрим, да? Ну, пустое множество при таком определении рассматривают как объединение пустого набора множества из бета. Все x у меня будет открытым вот в силу 1 условия, так, коллеги? Осталось вот проверить вот свойства 2 и 3. Ну, давайте с вами посмотрим. Ну, что я взял два набора. Ну и рассмотрю их пересечение. Ну как у нас пересекаются? Ну попересекаем слагаемые. Ну а потом пообъединяем по S и T. Коллеги, будет ли это пересечение принадлежать тау от бета? Давайте с вами задумаемся. Ну, будет, да, потому что вот это множество у меня по свойству 2 представимо в виде объединения элементов из бета, так? Ну, значит, я тут объединяю и получаю, что А, пересеченное с С, принадлежит тау от бета, так? Ну, давайте вот закончим аналогично. Ну, устанавливается, что АС принадлежит тау от бета. Ну вот, коллеги, такой экскурс в топологию сделан. Нам важно выделить для дальнейшего, давайте напишем, топологическое пространство со счетной базой. Что это такое? Ну, это те пространства, для топологии которых найдется база, содержащее не более чем счетное число элементов. Ну, давайте с вами рассмотрим, да? Значит, вот пример. Вот. Скажите мне, пожалуйста, если я рассматриваю РН со стандартной топологией, то есть порожденной евклидовой метрикой, будет ли это пространство пространством со счетной базой? Если да, то скажите, что можно взять в качестве базы?
Да, да. То есть наборы чего? Шаров, да? Ну вот каких? С рациональным радиусом, так? И чтобы координаты у центра тоже были рациональны. Так? Значит, набор таких шаров, он у нас любое открытое множество, да, в Rn можно получить объединением шаров именно такого вида, но, с другой стороны, такой набор не более чем счетен, так? Так как вот множество параметров, которые пробегают, оно не более чем счетно, так? Все понятно, ребят? Значит, я пишу пространство со счетной базой. Все, ребят, вот такой экскурс. Больше не могу здесь останавливаться, надо идти вперед. Ну, давайте вот и пойдем вперед. Итак, первый пункт мы с вами так пробежали. Не скажу, что прошли. Ну, вот основные понятия дали. Следующий пункт как раз повторяет название параграфа «Гладкие многообразия». Начнем мы с понятия топологического многообразия. Что такое топологическое многообразие? Это такое топологическое пространство, которое локально устроено как Rn. Давайте я камерный буду, как по аналогии с поверхностями, вот, устроено как РК. Говорят, локально Евклидово. Ну, давайте с вами сразу исключим такие патологические случаи, не просто будем рассматривать произвольные топологические пространства, да, локально Евклидовые, а еще добавим в топологию условия. Добавим хаусдорфовость и добавим счетную базу. Итак, определение такое. Множество M называется топологическим камерным многообразием если M – это хаусдорфово топологическое пространство со счетной базой. И второй пункт – M локально Евклидово. Что это означает? Какую бы я точку P из M не взял, найдется окрестность – точки P, открытое множество в M, содержащее P, гомеоморфное открытому множеству V в RK. Коллеги, в каком смысле понимается гомеоморфность? Существует гомеоморфизм, да, между U и V. А что такое гомеоморфизм? Биекция F и F минус 1 непрерывны. Мы можем говорить о гомеоморфизмах топологических пространств. Непрерывность была, биекция – это теоретика множественная, да, понятие. Так. Коллеги, я еще один момент хотел бы озвучить, не проговорил. Если вы посмотрите на материал второго семестра, то я старался давать определения, так вот, на языке окрестностей. Поэтому у нас понятие компактности, связности, линейной связности, да, переносится, дословно определение,
в топологические пространства. Можно говорить о компактных топологических пространствах, можно говорить о связанных топологических пространствах. Так? Все, это так. Ну что, вот введен объект. Давайте двигаться в сторону нашего определения, определения гладкого многообразия. Поехали. Определение. Здесь будет цепочка определений. Какая-то топология, которая, относительно которой пространство Хаусдорфова и со счетной базы. Какая-то топология. Вот. Продолжаем. Давайте я дам серию определений. Итак, вот у нас возникла пара в определении. У и фи, где У – это подмножество М открытое. Ребят, в преамбуле надо написать, пусть М – топологическое комерное многообразие. Я все по отношению к нему буду формулировать. Итак, возникла пара, и фи – гомеоморфизм между У и открытым множеством в РК. Вот эта пара называется картой. Карта на М. Карты У, Фи, В, Пси называются согласованными. Если... Ну что, коллеги, эта картинка у нас была. Давайте я ее с поверхности теперь в общую ситуацию переброшу. Ну, первый, если либо У, В не пересекаются, тогда будем говорить, что карты согласованы. А что будет, если карты на М пересеклись? У нас есть отображение фи в свое подмножество, тут вот РК, есть отображение пси в свою копию РК, это пересечение выделит здесь подмножество, здесь подмножество, и между этими подмножествами есть отображение. Так? Ребят, какое отображение? Ну, давайте с вами посмотрим. Фи минус первая композиция с пси. Значит, вот такое отображение. Как? Беру точку, прогоняю сюда, спускаюсь относительно пси. Вот откуда куда действует, да, из вот такого вот множества в такое. Это уже отображение между открытыми множествами, где, коллеги, в РК. Можно говорить о гладкости отображения. Так давайте я потребую... Коллеги, что надо потребовать, чтобы сохранить аналогию с поверхностями? Гладкость и больше, да? Это у нас диффеоморфизм. Хорошо.
набор согласованных карт, а фигурная называется, коллеги, чувствуете, да, что все это как-то с каким-то географическим подтекстом, все вот действительно это вот оттуда пошло, вот как раз это у нас пересчет, да, системы отсчета в одной карте, да, в одной карте, когда карты накладываются. То есть представьте разные местности, да, картографы сделали карты своих местностей, а вот на пересечении у нас есть, так сказать, координаты относительно одной карты, есть координаты относительно другой карты. И нужно вот как бы все это согласовать. Это делается пересчетом вот такого, таким вот отображением. Итак, называется, ну вот, атласом, не назвать ли набор карт атласом? Атласом, гладким атласом на М, если, ну, понятное дело, у нас объединение по всем у альфа, по всем альфа из какого-то набора индексов будет давать все М. Коллеги, давайте я закончу вот эту цепочку определений. Значит, ну что, хотелось бы сказать, что это у нас отношение эквивалентности, вот введенный класс эквивалентности, да, согласованных карт, это и будет давать гладкую структуру на M, давать определение гладкого многообразия. Тем не менее, не все здесь просто. Почему? Потому что это отношение между картами не является каким? Оно не является транзитивным, да. Очевидно, у нас первые два свойства, да, симметричность, очевидно. А вот транзитивность, к сожалению, не работает. Вот вы подумайте над этим еще. Поэтому надо чуть-чуть здесь как-то вот расширить понятие. Ну вот мы ввели ввели понятие атласа. Давайте скажите мне, пожалуйста, вот у меня есть набор карт атлас. Я беру еще одну карту. Как мне, какое определение, что значит у меня эта карта будет согласована с атласом А фигурная? Ну, если она согласована с каждой, да, картой вот отсюда, естественно. Вот. А давайте теперь я рассмотрел набор, свой атлас. Что значит два атласа будет? Если вот между ними, да, вот между любыми картами согласование. А как это можно по-простому описать? Сбросать в один, да, в один, и там должны лежать все согласованные карты. Так, ребята, понятно? Итак, давайте дадим определение. Определение такое. Четвертое. Атласы А фигурная 1, А фигурная 2 называются эквивалентными. Если ну, на M, атласы на M, если их объединение тоже атлас на M. Коллеги, всем ли понятно, что это действительно отношение эквивалентности, да? Вот. Хорошо, значит, класс эквивалентности атласов
называется гладкой структурой. Гладкой структуры, определяем это понятие. Определяем это понятие. Так, давайте основное определение и пойдем отдыхать. Значит, топологическое камерное многообразие с фиксированным на нем гладкой структурой называется гладким камерным многообразием. Ребят, все ли понятно здесь, да? Давайте с вами обсудим. Скажите мне, пожалуйста, если я выбрал уже атлас на М, то, понятное дело, он включается в какую-то... Ну, лежит же в каком-то классе эквивалентности. Значит, у нас уже будет порождаться гладкая структура в качестве элемента которой, да, является этот атлас, данный фиксированный. Поэтому как можно задать гладкое многообразие? Надо фиксировать Хаусдорфово топологическое пространство со счетной базой и на нем гладкий атлас. В каком смысле? Набор множеств вот такого вида, да, с условием, любая пара карт которых согласована в смысле пункта 2. Коллеги, понятно? Все, давайте сделаем перерыв. Продолжаем, коллеги. Давайте рассмотрим примеры. Начнем с тривиального. Пусть у меня U не пустое открытое множество в РК. Скажите, пожалуйста, будет ли это гладким камерным многообразием? Отлично. Значит, у нас атлас состоит из одной карты, да? Вот такой, все условия определения гладкого многообразия выполнены. Продолжаем. Давайте с вами рассмотрим непустое открытое множество в РК и рассмотрю функцию непрерывную. Скажите, пожалуйста, график функции будет, да, когда я пишу, такое, подразумевается, что мы рассматриваем график как подмножество R степени k плюс 1, и топология индуцирована. Вот это. Будет ли индуцирована топология у нас Хаусдорфовой и со счетной базой? Да, обсудили. Значит, что у нас остается? Будет ли это пространство локально
евклидовым? То есть будет ли у каждой точки из графика окрестность гомеоморфная открытому множеству в РК? Ну, конечно, будет, да, мы это с вами обсудили, когда рассматривали поверхности, да, это просто, согласитесь, в качестве такого гомеоморфизма я могу взять проектирование на омега, так? Вот. Ясно? Значит, это камерная топологическое многообразие. Будет ли график гладким камерным многообразием, ребят? Будет ли гладким? Совершенно верно. У нас одна карта, поэтому у нас все карты согласованы. Все карты согласованы. А раз все карты согласованы, то все, что покрывается одной картой, будет автоматом давать гладкое многообразие. Так что, например, вот у нас верхушка конуса, да, является гладкой камерной поверхностью, да, двумерной поверхностью в R3 не является, да, а гладким двумерным многообразием является, как график непрерывной функции, так? Ребята, это понятно? Все, отлично, хорошо. Давайте менее тривиальные примеры рассмотрим. Значит, третий пункт. Давайте рассмотрим единичную окружность с топологией, индуцированной с R2, и построим атлас на S1. Коллеги, это можно сделать по-разному. Давайте я такое. Значит, первую карту рассмотрю вот такую. То есть что мы делаем? Давайте нарисуем вот это множество. Я должен показать, построить гомеоморфизм, да, из U, ну, в этот интервальчик строю так. Ну, просто сопоставляю точки. Ну, вот этот вот полярный угол. Коллеги, всем ли понятно, что это гомеоморфизм? Отлично. Двигаемся дальше. Теперь рассмотрим другую карту. Картинку дорисую. Ну и отображение пси, сопоставление полярного угла вот в таких пределах. Итак, пси вот
Синус θ2, синус θ2, это у нас θ2. Итак, коллеги, мы с вами покрыли S1 двумя картами. Коллеги, вопрос, будет ли атлас соответствующий гладким? Для этого мы что должны проверить? Будут ли построенные карты согласованными, так? Давайте это сделаем. Ну, давайте φ от O, пересеченное с V. Как будет устроено это множество? Да, значит, это множество устроено как окружность без двух точек, так? Образ какой будет? Значит, я должен вот отсюда, где тут у нас, да, выколоть точку. Ну, давайте это запишу. Значит, у нас от нуля до пи, объединенное от пи до 2π. Ребят, все понятно здесь? Так, хорошо, давайте с вами посмотрим функцию перехода. Фи минус первая, композиция с пси. Берем угол θ1 и сопоставляем угол θ2. Скажите, пожалуйста, по какому правилу я должен пересчитать координаты θ2 через θ1. Если мы здесь лежим, да, θ1 лежит от нуля до пи, координата такая же, да, θ1. Если мы лежим вот в этом интервальчике, сверху, да, да, сейчас, сейчас, неправильно, вот здесь, снизу, то какие координаты у этих точек? Ну, θ1 минус 2π. Так, коллеги? Значит, θ2, это у нас, если θ1 меняется от π до 2π. Ну что, это у нас кусочно-линейные отображения, да? Ну, на каждом интервале линейные, гладкие функции, диффеоморфизмы, значит, это у нас функция перехода гладкая. Функции все перехода гладкие, диффеоморфизмы. Нет, вы должны пересчитать, то есть вы должны, вот взяли точку, Сергей, и у этой точки есть две координаты. Одна θ1, а другая θ2. Вы должны выразить связь между ними. Нет, нужно. Здесь все фиксировано, как мы выбрали. Ребят, все понятно? Значит, это гладкий атлас. Это гладкий атлас. Ну и давайте подведем итог игры. Всем ли понятно, что всякое гладкая камерная поверхность является гладким камерным многообразием. Мы так вводили определение, чтобы функции перехода, да, были как раз, функции склейки были гладкими. Давайте это зафиксируем. Какой там четвертый, да, пункт? Значит, всякая гладкая камерная поверхность с топологией, индуцированной с РМ, является гладким камерным многообразием. Является гладким камерным многообразием. Так, коллеги, тут нужно подумать, что сейчас рассказать.
Но все-таки, раз уже какие-то абстрактные понятия введены, ну, хотелось бы, чтобы вы как-то этой теории, что ли, прониклись, и не просто ограничились мы тривиальными примерами. Хорошо, вот если у нас гладкокамерная поверхность, то все замечательно. Но бывает, возникают многообразия, которые задаются абстрактно, да, то есть у нас нет такого прямого вложения в РН, и тут приходится все строить вручную, и часто бывает основная сложность доказать, что топология, порожденная соответствующим образом, она является Хаусдорфовой и со счетной базой. Вот я хотел бы сейчас доказать некое утверждение, которое позволяет это все обходить. Значит, у него следующий источник у этого происхождения. Значит, я что хотел с вами обсудить? То, что я здесь переписал, да, вот это более-менее такой канонический текст, канонические определения, которые традиционно в русскоязычной литературе фигурируют, но сейчас в западной литературе постепенно уходят к другому подходу, а именно, давайте с вами вот какой этот подход. Значит, изначально определяют, что такое карта. Карта – это что такое? Пара, где теперь открытых нет, где у какое-то подмножество n, что вот такая функция является биекцией на открытое подмножество РК. Вот. А потом с помощью, ну вот тут определения такие же, а потом с помощью карт производят топологию на М, переносят топологию с РК на М. Вот такой подход. Ну, я вот как-то сомневался, как рассказывать, может, и в том виде пойдет. Ну, вот сейчас давайте это все согласуем, два подхода. Этот подход тоже имеет достоинства, о которых я только что упомянул. Часто легче указать набор карт, а топологию, которую они породят, вот хорошо бы уже иметь автомат. Значит, сейчас я докажу соответствующее утверждение. Его подсмотрел в лекциях Шапошникова Станислава Валерьевича. Вот давайте с вами поделюсь этим утверждением. Итак, назвал он леммой о картах. Давайте и мы так назовем. Так, ну, немного сумбурно сказал, давайте я все-таки более четко проговорю. Итак, пусть у нас есть M, не пустое множество, и пусть у нас есть C фигурно выделенный набор его подмножеств вместе с некими отображениями. Какими свойствами обладает набор? Значит, фи альфа действует из у альфа в альфа. Это у нас открытое множество в РК. Ну и как я там писал, требуем, чтобы это было биекцией. Второе. Давайте с вами посмотрим на функции вот такого вида, откуда они действуют из давайте я вот так сначала запишу фи альфа из у альфа пересеченная с
Так, сейчас. Ну, надо потребовать. Это так я возьму. Посмотреть. Значит, потребуем. Ну да. Просто бета, чтобы вот эти вот у нас множества были открыты. И соответствующее отображение. Фибета. Действующее вот отсюда сюда. Было дифеоморфизмом. Это уже открытое множество в РК. На нем отображение вот такое определено. Значит, требуем, чтобы это был дифеоморфизм. Дифеоморфизм. Продолжаем. Следующее условие. Следующее условие вот такое. Третье. Для любой пары точек из M выполнено следующее. Либо они живут в разных у альфа и бета. Это содержит P, это содержит Q, и у альфа и бета не пересекаются. То есть их можно развести либо вот так, либо у нас P и Q попадают в один, в одно множество у альфа. Ну все, либо попадают в одно множество. Либо так, либо вот так. И четвертое условие. Найдется не более чем счетный набор у альфа-катых в объединении, дающий M. А такое условие. Тогда существует единственная топология тауна M, относительно которой, M является гладким камерным многообразием с атласом C-фигурное. Это в точности то, о чем я проговорил. То есть мы топологию с вами породили с помощью карт. Угу. Давайте с вами докажем это утверждение. Сюда перейду. Итак, коллеги, помогите мне, пожалуйста, как вот эту топологию достать. Ну, какие способы у нас задать топологию, да? Можно с помощью базы, да, попробовать. Вот как-то это, давайте почувствуем, как, из чего я будем эту базу строить. Ну вот смотрите, вот есть у меня такие отображения. Я хочу здесь породить открытое множество. Так? Ну как мне сделать? Ну рассмотреть прообраз всех открытых множеств, да, отсюда. Перенести открытое множество отсюда сюда. Самая естественная вещь. Но давайте проверим, что действительно такие условия дают базу некой топологии. А именно, я рассматриваю, ну, доказательства начали, первый пункт. Вот рассматриваем такой набор множеств. Ну, знаете, это я как-нибудь введу альфа из А. Значит, альфа пробегает А,
а в пробегает открытое множество в РК. Я перенес все открытые множества, да, с помощью всех альфа туда. Получил некий набор на М множеств. Я утверждаю, что это топология. Ребята, ну давайте вспомним лемму 1. Ну не всякий же набор, да, у нас топология. Там какие-то условия должны быть. Ну, первое условие там про принадлежность точек, само собой, да, а вот более важное, вот такое вот свойство. Давайте вот я посмотрю. Два рассмотрел элемента из бета. Значит, вот я взял два множества и пересек. Что это такое? Там как звучит условие в лемме 1? Для каждой точки отсюда должна найтись еще, да, должно найтись множество из бета, которое содержит точку и лежит внутри вот этого, так? А мы давайте докажем более сильное утверждение. Не просто, что лежит вот в этом множестве, а просто в точности совпадает с этим множеством. То есть давайте покажем, что вот это пересечение снова можно представить в виде... Сейчас я плохо, да, написал. В виде прообраза, да, фи альфа в минус первое от некоторого открытого множества. Ребят, понятно, что говорю? Все, давайте, вот картинка здесь такая, да? Вот у нас два множества у альфа, у бета. Вот у нас эти РК-шки свои, вот у нас здесь вот подмножество, да, значит, что мы здесь рассматриваем, ну вот я пересек с дубль В, перетащил сюда, здесь какая-то вещь будет, да, здесь точно так же пересек здесь фи альфа, фи бета, здесь с В пересек, вот у меня множество. Вот аналогично здесь. И мне нужно вот это достать, как выглядит вот это пересечение, да? Как оно устроено. Ясно, ребят? Ну что, давайте покажем, как устроено. Так. Ну что, есть у меня... Вот такое отображение сюда-сюда. Давайте посмотрим, как... минус первый, да. Хорошо. Оно переводит вот эту часть вот сюда. Ясно, коллеги? А значит, есть прообраз вот этой части. Пойдет? Коллеги, давайте я это запишу. Значит, я рассматриваю фи альфа минус первой композиции с фи бета. И рассмотрел вот такое вот множество. Прообраз здесь. Ребят, все ли понятно здесь пока? Скажите мне, пожалуйста, будет ли это множество открытым в РК? Это множество у нас открыто по условию, так? Ребята, это понятно? А это у нас диффеоморфизм, непрерывное отображение, прообраз открытого множества открыт, так? Ребята, это ясно?
Все, теперь давайте я пересеку то, что я получил, пересеку с V. Пересечение двух открытых множеств. Открытое множество, так? Ребят, скажите, все ясно? Отлично. Теперь давайте с вами возьмем и рассмотрим прообраз при фи альфа. Что я получу, коллеги? Прообраз пересечения есть пересечение прообразов, так? Перебрасываю фи сюда, сюда. Что будет здесь? Здесь будет фи альфа в минус первой, а это у нас как? Фи альфа на фи бета в минус первой, так? Это съедают друг друга, значит, у меня получается фи бета минус первая от W пересеченная с фи минус первая от V. Коллеги, все понятно? Все отлично. Итак, что мы с вами сделали? Мы с вами построили открытое множество ВРК такое, что прообраз при фи альфа этого открытого множества в точности совпадает с вот этим. А значит, у нас пересечения лежат здесь, значит, является базой. Значит, итак, это база некой топологии. База некой топологии. Давайте, все, хорошо, значит, у меня появилась на M топология. Ну, давайте с вами посмотрим, ради чего эту топологию ввели. Да? Ради того, чтобы проверить выполнение всех пунктов определения гладкого многообразия. Итак, поехали. Что нам нужно с вами проверить? Нам нужно проверить, что вот каждое из таких отображений является гомеоморфизмом, так? Есть такое дело? Давайте это проверять. Ребят, ну, если мы не дойдем до утверждения, где будем применять эту лемму, то я, наверное, ее в билеты включать не буду, поэтому давайте тогда побыстрее сейчас. Хочется, как бы, чтобы вы суть поняли, а не завязли в технических мелочах. Итак, ребят, всем ли понятно, что относительно введенной топологии каждая из у альфа будет гомеоморфизмом? Давайте вот с вами почувствуем. Итак, уберу давайте. И так, второй пункт. Вот я должен показать, что у меня так, альфа, это гомеоморфизм. Ну, покажу, что вот это отображение непрерывно фи альфа. Как показать? Что значит непрерывно? Я должен взять прообраз любого открытого множества, да, вот здесь, и доказать, что он открыт здесь. Будет ли это так? Ну, будет, вот же. Это элемент бета получаем, так? Значит, это открытое множество. Значит, у меня фи альфа непрерывно, так? Давайте с вами посмотрим. Хочу доказать, что фи альфа в минус первой непрерывно. Я должен рассмотреть вот здесь открытое множество и рассмотреть его прообраз, так? Ребята, это понятно? Скажите мне, пожалуйста, а это что такое? Это, наверное, вот так? А как устроено открытое множество в альфа? Как устроено открытое множество? Они все образованы элементами из бета, из базы, так? Значит, это есть объединение по каким-то там t элементов из базы, так? Ребят, ну тут бета какой-нибудь.
Чего тут? Не знаю, чем, ну, Т, да? Пойдет, ребят? Так, смотрим. Это перебрасываю сюда, и композиция является... Да, ну, хорошим отображением, да, дифеоморфизмом. Значит, у меня снова есть представление в виде объединения открытых множеств. Итак, значит, это доказывает, что у нас гомеоморфизм, да? Значит, ну, давайте тут выделю часть. Так, продолжаем. Хорошо, с гомеоморфизмом разобрались. Значит, то, что у нас функции перехода стали дифеоморфизмы, это просто у нас одно из условий леммы, то есть функции перехода. Дальше что мы должны с вами показать? Согласованность карт есть. Осталось показать, что топология у нас Хаусдорфова и со счетной базой, так? Тогда все пункты определения гладкого многообразия будут выполнены. Итак, давайте это докажем. Ну, наверное, всем видно, что третье условие как раз и гарантирует хаусдорфовость топологии. Давайте это проговорим. Значит, смотрите, это уже у нас открытые множества, так? Значит, если выполнено вот это условие, то я уже развел точки окрестностями. Что будет, если у нас P и Q попали в одно у альфа? Ха, у нас картинка такая. Вот у меня есть у альфа, вот у нас две точки. Но у нас есть гомеоморфизм на V альфа. Эта точка у меня... перешла сюда, эта точка перешла сюда, но я могу здесь выбрать непересекающиеся окрестности ВРК у этих точек различных и перенести с помощью гомеоморфизма сюда. Получаю открытые множества на М, которые будут содержать наши точки, и в то же время не будут пересекаться, потому что если они пересекаются, то пересекались бы их образы здесь. Все понятно, ребят? Отлично. Ну и надеюсь, понятно, что вот это условие нам гарантирует счетную базу. Давайте вот с вами посмотрим, как это делать. Ну вот взял я произвольное открытое множество в M. Но оно уже здесь вот живет, и значит у меня О покрывается вот этим набором у альфа К. Если у меня каждый из у альфа К содержится О, то я представил О в виде объединения более чем счетного набора открытых множеств. Все, хорошо. Что будет, если у меня... А здесь выполнена такая ситуация. Какое-то у житое, оно не содержится в О, и в то же время О, пересеченное с у житым, не пусто. Но если так, то я могу это перенести с помощью фи жи в РК, так, коллеги, получить там открытое множество, а открытое множество в РК как можно представить? Вы согласны? Мы с вами обсуждали, что РК, РН, что у нас? Множество со счетной базой, так? Пространство со счетной базой. Значит, я могу представить вот в виде объединения не более чем счетного набора шаров, так? Ребята, это понятно? Перебросить назад. Перебросить назад в наше множество О. Перебросил, тогда
сейчас уже тогда что я получаю? Я получаю, могу рассмотреть вот такую вот вещь, пару и житое, жи пересечен, сужение на вежи. Вот такую вот пару. Это у нас карта, ну, сужение гомеоморфизма на открытое множество, не пустое, гомеоморфизм на образ, это открытое множество, все замечательно. Эта карта, и эта карта будет согласована с картой У, Ж, Фи, Ж. Согласована с этой картой. Добавлю в атлас каждую из таких карт. Ну, сбросил туда. Вот. Значит, теперь у нас уже такое множество заменяется набором вот таких вот множеств, так? Итак, я продолжу с каждым таким вот ужитым, удовлетворяющим такому условию, продолжу ту же самую процедуру. Вычленю существенную часть и ее представлю в виде, ну, опять объединения элементов, ну, уже нового базиса. Итак, у меня в конце концов получится новый базис, новый атлас, который лежит в той же гладкой структуре, что и исходный. Я добавлял туда согласованные карты, и значит, я теперь, ну вот, О представляю в виде объединения уже элементов этого нового набора множеств. Ну, вот такая процедура. Все, на этом заканчиваем. Давайте сделаем перерыв. Жень, уважаемые коллеги, давайте продолжим. Вот появился вопрос в чате по поводу того, что не доказана была единственность топологии. Ну вот я предлагаю вам подумать самостоятельно, раз уже стер условия леммы. Почувствуйте, что любая другая топология, относительно любой другой топологии, у вас фи альфа должно быть гомеоморфизмом. А значит, как минимум все фи прообразы фи альфа, вот фи альфа минус первого, вот в альфа, должны быть гладкими, должны быть открытыми относительно этой, ну, назовем ее новой топологии. Но они у нас открыты относительно нашей топологии, которую мы построили. Так что это влечет то, что у вас одинаковое семейство окрестностей в этих топологиях в каждой точке. Ну, а отсюда получите, что топология однозначно определяется. Ну, я так сумбурно сказал, надеюсь, ну, есть над чем подумать. Подумайте. Двигаемся дальше. Многообразия появились. Давайте заселять. Определение. Пусть M и N гладкие многообразия, отображение F из M в N называется гладким в точке P из M. Определяем это понятие. А если найдется окрестность У, карта, давайте, У. Ребят, я буду говорить, карта содержит P. И писать вот так некорректно. В конспекте не буду так писать, но на лекции позволю себе. Что это, как нужно понимать? Что точка P лежит в уаль, да? Ясно. Итак, найдется карта, содержащая P в М, найдется карта, содержащая F от P в N, такие, что выполнено следующее. F от U
содержится В. Второе. Ну, вот такое отображение. Давайте я картинку нарисую. Значит, у нас есть P, есть F от P. Значит, выбрали здесь карту, выбрали карту здесь. И можно рассмотреть отображение. Какое это отображение? Ну, прогнать вот так. В каждой точке сопоставляется, ну что, перенесу сюда фи минус первое, композиция с F переброшу сюда, спущусь с помощью пси вниз. Значит, откуда действует? Отсюда. Сюда. Это уже отображение. Но если это k-мерное многообразие, а это L-мерное многообразие, то это будет из RK в RL отображение. Ну вот потребуем, чтобы это отображение было гладким в точке φ от P. Ребят, все ли понятно? Отлично, отлично. Ну, дальше естественное определение отображения. F называется гладким на M, если F гладко в каждой точке. Ребят, давайте с вами посмотрим, что тут написано, что вот здесь написано, что это за отображение. Понимаете ли вы следующее, что с помощью фи мы ввели здесь координаты. Давайте я напишу, у нас x1, xk, если m это k-мерное многообразие. И здесь введены с помощью пси координаты y1, так вот, через запятую, да? И здесь введены координаты. Что вот это отображение фактически делает? Пересчитывает, да, y через x. Естественно, это отображение, да, называть координатным представлением. Итак, вот отображение, которое здесь написано, f большое, это координатное представление f маленького в картах u и v. Ясно, да? Ну вот, давайте я... как-нибудь условно это запишу. Так что это очень естественно. Да? Для этого мы и вводили многообразие как локально-евклидово. Да? Считать все в координатах. Ребят, вот это условие, да, несколько непонятно. Давайте я задачку сформулирую, да?
и вы осознаете, для чего нужно это условие. Значит, докажите, что гладкое отображение непрерывно. Ребят, здесь нужно что-то добавлять. Оказывается, гладкости координатного представления недостаточно. Есть экзотические примеры, когда координатное представление будет хорошим, а тем не менее отображение будет, как отображение топологических пространств, разрывно. Так что нужно что-то еще добавить. Вот добавлено такое условие, которое гарантирует вот такую вот иерархию. Я хотел бы, конечно же, чтобы всякое гладкое отображение было непрерывно. Вот. Хорошо. Давайте замечание сделаем. Определение гладкости отображения не зависит от выбора согласованных карт. А именно, пусть у нас выбраны еще карты U с волной фи, с волной, содержащей P, и V с волной пси, с волной, содержащая F от P. Ну и пусть выполнено условие 1, давайте покажем, что у нас условие 2 тоже будет выполняться, а именно я рассмотрю вот такое координатное представление, перепишу его так, я тут первое сделал. Так. Так. Композиция фи с волной минус первое. Ребят, перепишем вот так. Значит, это у нас гладкое отображение по условию в карте, да, у 1 и 2. А это у нас дифеоморфизмы. Значит, это координатное представление тоже будет гладким. Еще предлагаю одну задачу. Докажите, что композиция гладких отображений гладкая. Гладкая функция, да? Гладкое отображение. Ну вот, коллеги, мы дали определение. Значит, давайте выделим важный частный случай, да? Значит, важный случай. Отображение из M в R, из гладкого многообразия в R. R мы рассматриваем наделенный стандартной топологией, то есть атлас из одной карты, порожденный тождественным отображением. Скажите мне, пожалуйста, всем ли понятно, надеюсь, что вот это будет выполняться автоматически, потому что V у вас просто будет совпадать с R. Значит, в этом случае для функции, да, то есть со значениями в R, гладкость,
координатного представления автоматом будет влечь непрерывность исходной функции. Пойдет, коллеги? Значит, вот это важный частный случай. Давайте мы отметим это. Дальше, что я... Ну, определение дифеоморфизма. Самое, что ни на есть, естественное. Значит, дифеоморфизм между гладкими многообразиями если f биекция f и f минус первое гладкие на своих областях определения, да? На своих областях определения. Так, и вот этот пункт я хотел бы закончить еще одним примером, важным для понимания. Давайте его сюда. Итак, рассмотрим два экземпляра числовой прямой. Значит, в качестве карты я беру U, в качестве координаты беру X. В качестве карты беру V, в качестве координаты беру, ну, скажем, X в кубе. Ясно, да, коллеги? То есть, что здесь означает, что, вот, например, вот эта точка, да, она, если это единичка, то вот эта точка будет иметь какую координату? Координату v какую? Ну, 8, да? Все, вот так рассмотрели. Так, хорошо, ребят, вот у меня вопрос. Будут ли карты U и V согласованными? Будут ли карты U и V согласованными? Пересечение этих карт какое? Все опять числовая прямая. И надо посмотреть на пересчет координат. Как будут у нас пересчитываться координаты? Ну, давайте я хочу U через V пересчитать. Корень кубический из V, так? Будет ли это отображение гладким? А? Ну, будет. В нуле нет, так? Значит, это не дифеоморфизм. И значит, эти карты не согласованные, так? У и В не согласованные карты. Ребята, это понятно? То есть мы с вами рассмотрели две гладкие структуры на R, две различные гладкие структуры на R. Ясно, да, ребят? Всем ли понятно, что здесь, меняя там показатель, вы можете построить континуум попарно различных гладких структур? Так, ребят? Все. А в чем, вот что я, это вот важно понимать. Давайте с другой стороны посмотрим, почему эти многообразия оказались у нас ra. Давайте я рассмотрю функцию, которая... Ну, точки P сопоставляет ну, X, X-овую координату в обычном смысле. То есть она
В первом случае f от p как координатное представление имеет? В первом случае это u, так? А во втором случае это как? Корень и кубический из v. То есть можно понять, что эти различные структуры, да, у нас. Почему? Потому что у нас одна функция оказалась гладкой относительно координатное ее представление, гладкое в одной системе координат, да, относительно одной структуры, и не является гладким относительно другой структуры. Ребята, это ясно? Вот отреагируйте. То есть можно посмотреть на этот пример на уровне вот функции. Значит, ну и задачка, тем не менее, докажите, давайте вот я это многообразие через R с волной обозначу. Докажите, что вот такое отображение F это диффеоморфизм. Да, структуры гладки оказались различные. Но они у нас одинаковые с точки зрения того, что пространство у нас многообразие диффеоморфны. Существует диффеоморфизм между ними. Итак, задача. Докажите вот это. Итак, коллеги, что я хотел с вами обсудить здесь еще. Ну, давайте такое небольшое отступление сделаем. Я уже упоминал фамилию Милнера, да, известного антрополога. Он как раз считается одним из основателей дифференциальной топологии. Так вот, он стал известен, так сказать, в элиту, математическую элиту вошел таким фактом. Построил различные недиффеоморфные структуры на семимерной сфере. Потом они там уточнили в 1963 году, и сейчас факт звучит так, что на семимерной сфере существует 28 недиффеоморфных, попарно недиффеоморфных, гладких структур. Вот. Тут на самом деле очень много интересных фактов. Например, при n меньше либо равно троечке у нас все топологические пространства, все топологические многообразия автоматом являются гладкими. При n больше, ну, больше 4. При n больше 4 любые компактные топологические многообразия имеют лишь конечное число, не более чем конечное, ну, конечное число гладких структур различных, недиффеоморфных. А вот случай n равно 4 оказался невероятно мистическим. Еще, наверное, до конца не осознано, в чем мистика этого случая, но факт такой, что в R4 существует континуум попарно различных недиффеоморфных гладких структур. А на четырехмерной сфере это, по-моему, даже открытый вопрос. Конечно там или бесконечно количество структур. Вот такие утверждение. Так, ну на этом я, наверное, эту часть закончу. Есть 10 минут. Давайте мы перейдем к следующему кругу вопросов. Значит, следующий пункт это касательное пространство.
Касательное пространство. Ну что, определение. Пусть M у нас гладкое многообразие. Давайте уже напишу примерно. И пусть у нас гамма 1 и гамма 2 гладкие кривые на многообразие. В каком смысле? Как гладкие отображения из интервала числовой прямой в многообразие в смысле вот данного выше определения. Итак, пусть у нас выполнены такие, что у нас гамма ИТ от нуля равно заданной точке P. Значит, будем говорить, что кривая гамма 1 касается кривой гамма 2 в точке P, и писать вот так. Если найдется карта, содержащая P, что выполнено следующее. Так, у меня в M, M перенес сюда, вот. Рассмотрел кривую теперь в RK, посчитал производную в нуле, рассмотрел кривую вот такую в RK, посчитал производную в нуле, получил равные значения. Получил равное значение. Тогда мы будем говорить, что у нас кривые касаются в точке P. Хорошо, продолжаем разговор. Здесь есть некая зависимость от φ, как и в предыдущем примере. Значит, мы должны с вами показать, что на самом деле это фиктивная, да, зависимость. То есть при пересчете в другой системе координат мы касание не уберем и не приобретем, когда его не было. Итак, давайте докажем замечание. Значит, условие касания не зависит от выбора согласованных карт. А именно, пусть у меня есть еще одна карта, содержащая P. Ну и давайте с вами посмотрим. Тогда что я могу с вами получить? Давайте смотреть. Скажем, как я могу пересчитать вот такое значение? Да очень просто. Я могу рассмотреть отображение, да, все тут как. Да, фи. Ну, то есть я пси композиция с гамма ита
могу, быть может, сужая интервальчик, пересчитать вот так. Согласны, коллеги? И 1, 2. Итак, ну тогда у меня что будет? Дифференцирую здесь, дифференцируется здесь, получаю матрицу Якоби. Матрицу Якоби в какой точке? Вот. Внизу напишу. Так, на какой вектор, да? На фи штрих фи гамма 2 штрих в нуле. Коллеги, все понятно, что происходит? Я плохо записал? Вот скобки убрать, ну давайте я добавлю скобки. А еще раз. Ясно, то я не понимаю. Да. Хорошо. А, ребят, скажите, тут как идет? Все понятно? Скажите, пожалуйста, если у меня оказались относительно карты у фи гамма 1 и гамма 2 касающимся в точке P, то тогда я здесь этот вектор скорости могу заменить на вектор скорости вот такой. Согласны? Дальше опять свернуть и получить равенство вот таких вот векторов. Это доказывает, что условие касания не зависит от выбора карты, согласованной, содержащей P. Ребята, как все здесь ясно? Хорошо, продолжаем разговор. Определение. Давайте определим. Ребят, вот вы осознаете, в чем смысл этого определения? У меня теперь абстрактное многообразие, у меня нет объемлющего пространства, и совершенно непонятно, что значит касаться. Правильно? Мы должны условия касания ухватить, не выходя за пределы нашего множества, нашего многообразия. И мы ухватываем так, вот этот касательный вектор, ну, если на поверхности бы я рассматривал, можно рассматривать как такой вот сноп, да, вот есть кривые, проходящие через точку P, и мы ухватили все эквивалентные вот в этом смысле, все касающиеся, у которых вектор скорости нулевой, так? Так давайте теперь я это убираю и буду говорить, что у меня вектор касательный – это класс эквивалентности вот этих вот касающихся в точке P гладких кривых. Понятно, коллеги? Все, давайте я закончу. Значит, тут я не сказал. Давайте вставьте там кусочек. Осознайте, что это у нас действительно отношение эквивалентности. Ура! Значит,
Значит, вот я так, класс эквивалентности гладких кривых, проходящих через P при t равном нулю. Это ровно то, о чем я проговорил. Значит, это класс эквивалентности относительно отношения эквивалентности тильда. Вот. Ну что, коллеги, давайте закончим лекцию вот таким вопросом. Скажите мне, пожалуйста, как мне ввести структуру векторного пространства? Я же хочу считать, что это у меня векторное пространство. Да. Ну хорошо, давайте вы подумайте, а с этого мы действительно начнем следующую лекцию, покажем, как это сделать. Итак, все, всем спасибо, до следующего раза. Спасибо.